Алиса, включи ночник. Алиса, включи лава. Включи лава-лампу, которая будет переливаться разным цветом. Алиса, включи свечу. Вот эффект свечи, который сейчас будет мерцать. Но дело в том, что не всегда получается именно так активировать. Иногда эффект свечи, вот этой лава-лампы, не загорается, а воспроизводитель начинает просто музыку или песню с какой, ну, с каким-то там названием свечи. Вот. Из-за этого, если так не получается просто сказать свеча, то тогда нужно сказать: Алиса, отключи режим свечи. То есть тогда вы просто вставляете слово режим. Режим свечи, режим лава-лампы. Вот. Просто иногда бывает, вот как повторюсь, сбой, и она просто начинает: я вам сейчас включу там «Горит свеча» песню. И понеслось. А вам это не нужно. Чтобы более надежно она срабатывала, добавляйте слово «режим».